Всем привет! Сегодня у нас будет обзор стрелка с аугментацией. Вот такой у меня стрелок, я его использую сейчас на защите, на битве гильдий. Ну, урон 9329, плюс бонусом у него практически 8000 урона, жизнь 183, плюс 125 тысяч тоже бонусом. Частота атаки 600, ну, в принципе, не маленькая. С талантов я бы ему, конечно, посоветовал всем ставить каменную кожу. Еще вариант есть ставить бастион для увеличения жизни, для урона. Но каменная кожа показала себя лучше. Он стоит у меня вместе с питомцем слоником. Слоник дает 60% шанс наложить щит на 4 секунды на троих ближайших союзных героев с наименьшим здоровьем. Скилл у него дает 550% атаки случайному противнику, снижая получаемое лечение на 100% на 2 секунды. Также герой получает на 90% меньше урона и вызывает орнитоптер. В принципе, вот эти его доп, скажем так, герои, орнитоптеры самые полезные. Они, получается, имеют 5 уровень разброса, и каждый раз, когда атакуют героя, уменьшают его энергию. Снаряжение, давайте перейдем. У меня на нем стоит ослепляющий удар. Когда атакован, имеет 25% шанс нанести урон, равный 560% от атаки. То есть фактически такой же урон, как и актив его скилла. И ослепляет на 2 секунды. По созвездиям. Он у меня наролен на уклонение. Соответственно, также он стоит со слоником. И видите, уклонение 3250. И артефактом меч молнии. То есть дает еще плюс 15% сверху и увеличивает скорость движения. Таким стрелком я прошел волну Т. Соло, причем очень легко еще до аугментации. Героя можно использовать везде, на волнах, в забытой битве, в королевской битве на защите алтарей, на атаке фортов, в битве гильдии на защите, на атаке. Ну, он используется и на архидемоне точно так же, везде, на арене тоже очень неплохой. Так, давайте начнем с рейдов. Единственное, где я его не использую, это подземки. Он там бесполезный. Так, выпускаем, смотрим. Смотрите, вот атакуют его вертолетики вражеские, они просто промахиваются. То есть это все из-за того, что у него очень большое уклонение. Вот на нас напал хранитель с тенью. Ну, видите сами, то есть они еле его убили. Задержались мы 20 секунд. Ни один герой, скажем так, долго не выстоит. Так, давайте попробуем здесь. Самое главное, чтобы он вызвал чем побольше вертолетиков, и они отдавали стан. Вот смотрите, против нас хранитель с тенью, против нас Дрейк, против нас одержимый. Так, Дрейк, одержимый, кто у нас остался? Анубис и череп. Ну, смотрите, сейчас посмотрим, как он будет справляться с черепом. Ну, скорее всего, его убьют. Да, ну, смотрите. Один герой раздал троих. Давайте еще раз. У него, правда, сейчас нету отхила. Так, против нас опять стрелок. Увидите, насколько уклонение полезно. Многие там кричат, надо стойкость ставить, нифига. Реально лучше всего это уклонение.
герой хотя бы стоит в 2-3 раза дольше. От него хоть есть какой-то толк. Так, ну давайте такую базу попробуем. Варлок, Дрейк. Давайте начнем с этой стороны, со стороны черепа. А вот это, конечно, плохо. На него Атлант наложил щит. Да, у нас нет возможности отхилиться, мы даже от бомбочек умрем. Ну, смотрите, как черепа он раздает. Череп даже просто не может по нему попасть. Еле-еле попадает. Ну, у нас, конечно, отхила нет. Череп хилится. Так. Давайте еще. Кто тут у нас тоже стрелок? Давайте расстановку без стрелка найдем сначала. Вот, в принципе, можно здесь. А здесь у него тоже стрелок есть, уже был. Вот, вроде неплохая расстановка. Давайте попробуем, протестируем. Так, один вертолетик есть. Нам надо, конечно, сейчас, чтобы подбежали герои поочередно. Видите, они все вместе побежали. Но смотрите, сколько героев. И убивают. Так, побежали еще. Посмотрим рейды. Вот тут у нас дерево. Но это будет неинтересно. Релок Дрейк. Ну, давайте попробуем. Надо, конечно, ему отхил от кого-то взять. Но смотрите, видите, сколько миссов. Вот самое проблемное сейчас, на данный момент, на битве Гилли, это вот эти вот попадания. Мы их успешно пока удерживаем. Вот, видите, мы взяли Анубиса с ангелом, он налаживает щит и отхиливает, насколько проще ему стало стоять против героев. То есть на нем сейчас 4 самолетика, Дрейк, сам стрелок точно такой же бьет. Смотрите, как мы стоим. То есть особых каких-то проблем с вертолетиками, с уклонением мы не имеем. Анубис там своей жизнью живет. Вот, итого, смотрите, то есть больше минуты герой может свободно стоять. Ему только надо немножко отхила. То есть еще 2 каких-то героя там можно взять. Анубиса и Хранителя с Карасем. И в принципе больше ничего не надо. Ну вот смотрите, человек в атаке. Давайте вот так вот зайдем отсюда сверху. Посмотрим, сможет ли он один пройти вот этих вот героев. Видите, Варлок попал. Как-то нам сегодня не везет. Дадим отхила. 90 тысяч. Ангел уже лечит. 95. Вот видите, 95 тысяч уже отхил. Неплохо, неплохо. Ну, тут вдвоем они, конечно, справятся очень легко. Так, ну вот можно такую расстановку попробовать. Начнем вот отсюда. Смотрите, самое основное. Рес нас ударил, его скилл просто промазал. То есть он просто не попал по цели. Это еще один как бы плюс уклонения. Ну смотрите, тут тоже в принципе одержимого снесли.
То есть один, ну, сейчас у него опять от хила нету, он сейчас от бомбочки умрет. Давайте Анубиса пустим. Интересно посмотреть, что будет дальше. Давай. А, и они все побежали на Анубиса нашего. Ну, даже так давайте посмотрим. Но он убился, конечно, стрелок обхранителя. Ну, смотрите, то есть два героя, и уже базы нету. Так, кто тут у нас есть? Давайте еще разок попробуем выманить, пойдем тестировать на волнах. Хотя мы его сейчас на волнах не особо протестируем, потому что он будет... Вот смотрите, Анубис. Анубис против стрелка с уклонением. Во-первых, Анубис не попадает, он не так заряжается. Во-вторых, вертолетики снимают ему энергию. То есть герой свободно может Анубиса убить. Единственное, нам тут башни мешают еще немного. Смотрите, 2 минуты мы минуту стоим. То есть, какой плюс уклонения, то что по нему мажут и скиллы, как обычные удары, так и скиллы. То есть Анубис, вот мы уже 1,5 минуты стоим, и он убить просто не может. Он просто не попадает. Хотя если бы стрелок был без уклонения, его бы свободно убили. Смотрите, уже 3 героя убьют, еле убили. А мы убили 3. Вот так вот. Так, ну что, давайте сейчас какую-то на какой-то волне в команде затестируем. Давайте попробуем АФ волну. Герои у меня стоят не для волны, расстановка в принципе также. Давайте начать. Посмотрим. Вот сразу, видите, полетели вертолетики. И они сразу же станут. И снимают энергию. Вот, например, черепа ему просто не дали включиться. Ну, тут Анубис сработал. Малышник. Вот, вертолетики. Они не получают урона. Тоже еще один плюс. Они невидимы. Их не видят. Вот они летят. Дали Вольтору ударить. Ну, думаю, это в принципе. Видите? Есть АФ3. То есть особо тут я даже не заморачивался с расстановкой. Анубис плюс стрелок — это реально топовая команда для волн. Еще можно Рину. Он тоже массовик и убирает энергию. Вот смотрим. Вот видите, герои просто некоторые не долетают. Вот F4, в принципе, у нас еще половина построек осталось. Мы прошли. Вот F5. Все пошли в разброс. Демон снизу. Ну, смотрим. Ну вот, без проблем, думаю, должны затащить. Все герои живы. Вроде. Нет, Рина нету. Рина только умер. Вот без тыквы, без там, не знаю, Вали.
У нас еще осталось 4, 5 построек или 6, 7, 8, 9. Давайте ускорим. Вот F. С первого раза мы прошли. Так, давайте наймем юнитов. Это у нас битва гильдии, я не могу стоять без юнитов против минотавров. Стрелок очень хороший на защите на битве гильдии. Кто в топе имеет стрелка и играет против стрелка, знает, что с ним очень трудно бороться, особенно дальниками. Он очень много портит прохождение. Даже если его оставить, он может полностью слить своими вертолетиками целую команду. Так, волну я вам показал. Можно здесь попробовать, но давайте 16-ю рыцарь тьмы. Сейчас посмотрим, вот вертолетики полетели. Видите, они просто снимают энергию, не дают зарядиться. Вот здесь точно так же, вот они вверху, смотрите. То есть героев просто снимают энергию у героев, ну и все. Для меня это второй после Анубиса по значимости герой. Так. У нас тут ничего мы не потеряли. Тут немножко потеряли. Давайте покажу вам, как за этой битве, чем он хорош. Давайте на эту команду нападем. Вот смотрите. У него отхила нету. По нему просто миссают. Плюс у него понижается входящий по нему урон. И вот он вообще практически не бьет. Вот он себе спокойно станет. Убивает без всяких проблем. Его хорошо брать в пачку на демонов, когда они здесь выходят. Вертолетики под разгоном хорошо сносят под тыквой. Вот видите, по нему просто нереально попасть. Бой герой, который будет против, он просто по нему не попадает. С такими атрибутами уклонением. Плюс он режет входящий урон, режет отхил. То есть реально он в такой сборке может противостоять любому герою. Единственное, может, кто еще с ним может справиться, это душегуб. Тоже с уклонением. То есть спокойно, без напряга сливает команды. Так, кто тут у нас? Вот этот талант ослепления, чем он хорош? Он хорош против минотавров, хорош против остальных героев. То есть он дает дополнительно молчание, по-моему, на 2,2 секунды. ХДшка там то ли 8, то ли 9 секунд, но этого вполне хватает. Очень помогает, особенно когда герой набрал энергию и должен использовать скилл. То есть тут, конечно, слабенькие пачки.
Он без проблем справляется со всеми. Вот Атлант есть. Посмотрим, успеет талант зарядиться или нет. Скорее всего, что нет. Не успел. Так, давайте посмотрим, еще расскажу, какие варианты есть, что ему можно поставить. С новых наших талантов, ну, хранитель леса, честно говоря, не сильно катит стрелку. А вариант бедный выпад, но он сам по себе не дамагер, этот герой тоже, этот талант не сильно ему подойдет. Смертельный приговор как вариант, но тут кдашка очень большая, но бьет сразу две цели. Этот талант недомогания ему не подойдет. Вот он у меня стоит, ослепляющий удар. То есть ослепление на 2 секунды идет. Кулдаун 9 секунд. Но талант очень хороший. Также проклятое поле. Получается, когда герой атакован, все вражеские единицы получают на 10% больше урона. Это тоже очень хороший талант. Также выстрел ему не нужен, на атаку. Ну, этот талант в принципе тоже неплохой. Он увеличивает атаку, и каждая атака снижает атаку цели на 5%. За 9 секунд мы можем урезать входящий урон, точнее исходящий, на 45% у цели. Плюс у нас еще есть своя защита, то есть по нем практически там будут очень мало бить. Ну, вариант есть очищающий удар поставить. Снимает все бафы. Раскаленный доспех, ну, честно говоря, герою не подойдет. Во-первых, герой дальник, то есть если против дальника будет, от этого таланта толку не будет. Еще варианты есть такие: мастера клинка поставить, он будет дополнительно еще дамажить, как Ронин. Тамплиера можно тоже, вот тамплиер, по-моему, дает кому на 2 секунды, кулдаун 5 секунд, то есть вместе они будут неплохо станет. Ну, пиромах тоже массовый, он бьет 580. Вот такой вот герой. Давайте на арене на кого-то нападем. Защиту я на арене снял уже. Пока достойных противников на арене нет. Так, где там наш стрелок? Ну, побежали. Сейчас попробуем на кого-то напасть. Вот, нормально, попали в лоб. Ну, смотрим. Против нас Душегуб, против нас Дрейк, Гарпия, Медуза, Рес и малыш Ник. Ну вот смотрите результат. Нам сняли там, не знаю, процентов 5 от жизни. Давайте вот против стрелка попробуем. Против нас стрелок, душегуб, Дрейк, Арес одержимый. Кто там еще есть? Стрелок. Ну, видите, тут получше попадают. Ну, все равно продержались неплохо. Давайте еще разок попробуем. Вдруг повезет. Самое основное — это герою набрать чем побольше вертолетиков. Не, тут хорошо, конечно, по нас попадают. Тут надо немножко отхила. Ну и против стрелок. Давайте на вот этого попробуем напасть. Ну, он снизу пошел. Ну, смотрите, вот
Самолетики, получается, дальняя атака у них, плюс они дают еще стан дополнительно. Там тыковка разгонит. Ну, героя нашего нереально убить. Давайте попробуем снизу. Единственное, что тут тыква может дать разгон. Да, вот видите, тыква разгоняет. Но даже на разгоне... Смотрите, что делает. Просто унижает всех героев. Варлок. Варлок, Валя, тыква, душегуб. Как будто их не было. Медуза. Вертолетики неплохо тоже, видите, сносят. Постепенно появляются и неплохо. Так. Что еще? Какие можно использовать ему руны? Ну, у меня стоит, конечно же, пятый психощит. На нем хорош психощит, потому что он дает дополнительную защиту от стана. Также дает дополнительную защиту от скилла на срабатывание. При уклонении это очень, скажем так, неплохо. А с других талантов, ну, ему увеличение атаки, там остальное не особо. Вариант, если у вас стоит талантом каменная кожа, это поставить оживу. Это будет лучше всего. А в артефактах, ну, если он на уклонение особен, то меч молнии, либо же медалька. Кубок. Можно и кубок, в принципе, поставить, тоже будет неплохо. Будет побольше жизни. Давайте еще в рейдик один раз сходим. Вот такой вот будет у нас рейд. Давайте попробуем. Вот мы вытащили хранителя на себя. Ну, видите, тут башни попадают. По чуть-чуть, да, конечно, они его сносят. Но хранителя мы убили. Осталась только тень. Да, видите, тут, конечно, на бомбочки попали, они нас убили. Но, видите, хранитель не смог убить. Не осилил. Так, кто тут у нас? Дрейк. Гаргул одержимый. Против моего Анубиса. Интересно, кто кого? Одержимого убили. Остался череп, гаргул, дрейк. Но они, кстати, могут вечно стоять. Единственное, что мы не дадим зарядиться гаргулу, и он отхил не будет включать. Думаю, мы так и простоим до конца. Тут всех убили. Вот видите, они не заряжаются, но и убить не могут. Анубис тоже собран на уклон. Хорошо. Вот такой вот обзорчик. Пишите в комментариях, у кого как собран стрелок, где вы его используете. Нравится ли он вам? Знаю, что после его введения в игру появился огромный дисбаланс на битве гильдий. Очень уж этот герой хороший. Все, всем пока.